сегодня за... Сегодня праздник, хотел сказать, у девчат. Гуанцев, они не только там на море, но и тут в кустах столько народу сидит. Как говорится, наверное, приехали на пикник. Как-то снимать их, наверное. Нет. Я друг. My friend. Провода. А, снимай. Где ваша женщина? Почему-то одни мужчины. Женщин нету с ними. Одни мужики. Наверное, не берут с собой они. Или, может быть, они приезжают сюда без своих женщин работать. И заодно отмечают праздники. Ну, конечно, пьют они очень хорошо. Один сейчас на пляже пьет и тут же назад волосит у него. Так, а вон там торговая наша точка. Наш друг-продавец Саша. Очень хороший мужчина. Тоже живет не здесь. Живет, на самом деле, где-то далеко. Говорил, я уже и забыла этот город. Жена, трое детей. Жена работает на хлопковом поле. Жесть, конечно. Я думала, может быть, у них женщины не работают. Нет, работают. Оказывается. Все, пальмы, кокосы. Какой-то кустик лысенький. Все его вон с Рождеством с наступающим поздравляют. Пойти тоже поздравить с Рождеством. My friend, привет! Привет! Ты что, уже домой собираешься? Да. Ой, как мой друг, ты? Мой друг. Дай твоего слоника да. Сниму, круто. Это из чего сделано? Это камни, одна вы камни ручная работаешь. Так, а вот как ты внутри вырезаешь? Да, там одна вы камни вырезать? Так работаешь. Это секрет, я тебе говорю, ты не покупаешь, это секрет. Ты сам работаешь. Я сама вообще не работаю на такой. У меня работа вообще жесть, очень грязная. У меня работа трудная, с мужиками. Я одна в цеху с мужиками работаю, да. А почему-то вот у вас там праздник, да, отмечаете? Да, сегодня это 24-е, завтра будет Крисмас. А-а-а. Да. А женщин нету с ними? Нету, почему? Нету. Нельзя? Женска не пьешь. Не пьешь. Ну, а не пьешь, не пьешь, а сидеть с ними же можно, да, наверное? Это ему просто друг-друг будет. Просто друг-друг а будет. Я думаю, мужчины решили отдохнуть без женщин здесь. Как это сказать-то, много, снять, не снять женщин? Много индийских народ, женская не работаешь. Просто отдыхаешь. А-а-а. Да. А у нас мужчины с женщинами отдыхают, с женами. Да? Если уйдет один, это плохо. Ну, конечно, отпускаем. Но плохо, лучше с нами. Вот как ты сделал, что черепашка, а внутри у тебя другая черепашка сидит? А? Вот как ты так делаешь? Тоже одна ве камни. Да вот камни. Да. Как так делать? И ты делаешь, наверное, во время дождей, да? Когда дожди идут, ты работаешь. 2-3 дня, мадам. Когда дождь, и тогда я работаю. И вот за сколько ты вот эту штучку делаешь? Тебе? Нет, за сколько дней ты ее делаешь? Это то 4 дня может быть. Так быстро? 3,5-4 дня. Офигеть, круто. Блин, ты такой специалист, а? Супер. Это все ручное. Да я вижу. Да, это то натуральное камни, это то, видишь? Это то натуральное камни, это то. А что ты ее разломал? Это горный хрусталь. А зачем ты ее разломал? Кто это был? Это горный хрусталь. Это горный хрусталь? Да. Да какой красивый. Это как бы яичко ты сделал, да? Еще покажу тебе. И сломал. И это тоже половинками. О, глянь, как красиво. Джорс. Как он светится. Джорс, это натуральный закат свет. Видно, ты блестит, как... Видно. Как... А вот солнце вообще было супер.
И где же ты это находишь? Да, или ты покупаешь камни? Нет, это я сам покупаюсь. Сам на роду насыл. Находишь ты это или покупаешь? Я покупаю, сам на лакушу. Ты только покупаешь. Супер. Блин, не в крокодильчике, у тебя еще маленький крокодильчик сидит. Там не разбил ничего? Упало? Нет, тебя не брал. Блин, как ты все это делаешь красиво.